Друзья, всем привет! 22 февраля 2024 год, завтра 23 февраля, День защитника Отечества. Вот. Очень доволен, что успел возродить свои старые навыки к Дню защитника Отечества, так и хотел сделать, да? Поэтому, друзья, всем желаю мира, добра, победы. Вот. Я в запасе 56 лет, но в связи с обстановкой надо быть подготовленным. Чтобы быть добрым, надо быть подготовленным. Поэтому всех защитников Отечества поздравляю с праздником. Всех девушек, женщин, военно обязанных поздравляю с праздником. Вот. Ну а девушкам желаю мира, добра, семейного уюта, чтобы мужчины их вернулись скорее домой. Вот. Ну а мы тоже будем здесь в мирное время защитниками. Поэтому вот навыки, чтобы быть добрым, надо быть подготовленным. Вот. Пришли мне ножи метательные, спортивные, подчеркиваю, спортивные метательные ножи. Раньше я владел этим, 2007-2010 год, надо было защищать семью, пришлось вот овладеть. Сейчас бросать буду пятый раз. Ну, сделаю один или два или три подхода. Задача не просто воткнуть, они просто тяжелые, 325 грамм, 29 сантиметров, обух 6 миллиметров. Они просто друг друга выбивают по своей тяжестью. Надо как бы умудриться, чтобы было красиво. Хотя 14 лет не бросал, вот сейчас просто буду бросать пятый раз, да? Ну, дай бог, чтобы получилось, чтобы вас вдохновить. Потому что меня вот вдохновляет Александр Леонидович. Посмотрел его видосы, и реально идеи пришли. И вот, ну, чем смогу, постараюсь вас тоже вдохновлять на добрые дела, друзья. Ну, будем миротворцами. Это Александр Леонидович за спиной стоит, потому что и получается. Не имею права профессионального человека подвести. Ну, тогда с одного раза все получится. Друзья, знаете, на любую силу найдется другая сила. Дай бог, чтобы эта сила была добрая. И правда победит. YouTube канал Владимир Стороженко, плюс 7-924-123-2444. Всех с Днем Защитника Отечества. Мира, добра, победы нам. И защитить наш суверенитет. А в семьях детского смеха, родительской мудрости, перспектив во всех сферах жизни, верных друзей, несколько источников дохода, достойной жизни, вдохновения, вдохновляться, иметь цели, задачи и вдохновлять друзей. Больше бывать на природе, любить людей, развиваться во всех сферах жизни, любить животных. Всем мира, добра. YouTube канал Владимир Стороженко.